Привет, меня зовут Егор. А я Ольга. Мы фермеры. И это проект Вертим. Мне 37 лет. В 2016 году мы решили попробовать открыть некое такое производство. Сначала для себя. И посадили 4 сотки клубники разных сортов. Клубнику мы очень все любим, дети любят. И, в принципе, это самое первое, что пришло нам на ум. Почему бы не попробовать посадить клубнику для своих детей, для себя. И уже потом, когда нам это все действительно понравилось, когда мы увидели результат, ответ от клиентов первых, да, наших близких друзей, то мы поняли, что это то самое, где мы можем себя попробовать, проявить. И, в принципе, у нас сейчас получается. У нас посажено сейчас 4,5 примерно гектаров клубники. Примерно 7 сортов у нас сейчас на грядках. Да. Посажены ранние сорта, средние, поздние и ремонтантные сорта. Ремонтантные позволяют нам до первых заморозков собирать урожай. Для нас самое важное, что мы продолжаем выращивать натуральную ягоду, органическую, без химии. Людей очень много приезжает, звонков безумно много, потому что люди, попробовав один раз нашу ягоду, они и сами подключаются к, грубо говоря, повторным заказам. Также и много от них приходит, потому что даже по звонкам, то мы от того-то, от Татьяны, от Маши, в общем-то. Сарафанное радио никто не отменял. Здесь прекрасно живется, на самом деле. И когда находишься здесь где-то 2-3 недели, то, приезжая в город, хочется вернуться, конечно, обратно, потому что здесь солнце, пение птиц и река. Ну, здесь классно. Это должно быть в душе, это должен это хотеть, что-то очень-очень сильно. Вы знаете, оно как бы жило внутри, и появилась возможность, и ты это отдаешь. Поэтому я думаю, что нужно ждать этого момента, когда он наступает, его просто забирать. И, конечно, не останавливаться, только вперед.